Всем привет, друзья! И недавно мы с Соней забегали в фикс-прайс города Вязьма походить, посмотреть, кое-чем прикупиться. И давайте посмотрим, какие новиночки появились в продаже на этой неделе. И да, в этом видео Соня тоже будет мелькать. И если вдруг кто-то соскучился, то в этом обзоре ее будет много. А еще посмотреть, какой интересный набор полосочек, клеевых полосочек выделителей. Это полоски предназначены для того, чтобы выделять какой-либо текст, при этом не пачкая книгу. Подходит для пометок, подходит для закладок. В наборе у нас 4 цвета и каждого цвета по 4 стикера. Классный вариант, я считаю, для тех, кто любит помечать какие-то цитаты, но при этом книжку не хочет портить. Всего в наборе 200 штук, цена 59 рублей. А еще Соне нашли заколки. Соне приглянулись вот такие наборчики, но все-таки отговорила, потому что тоже вот эти декоративные штучки, они приклеены и со временем они отваливаются. Но хотя выглядит действительно заманчиво. Но они приклеены, оторвутся быстро. И вот такой мне понравился набор, подойдет как для детей, так и для взрослых. Это металлические заколки. Продаются они с разными комбинациями цветов, расцветок. Это и золотистые, также черные. Есть еще наборы с леопардовыми заколочками. Мне понравилась цена 59 рублей. Косметических штучек очень и очень много, но каких-то явных новинок я не заметила. Единственное, что мне новое попалось, это специальные пластыри для детей при повышении температуры. Цена 149 рублей, в наборе 2 штуки, клеются на лоб. Пластиковые органайзеры с несколькими ячейками. Всего у нас получается 3 ячейки. Идеальный вариант тоже для хранения мелочи. Также мне понравилась идея использовать такие органайзеры на кухне и хранить там столовые приборы, если много разных. Размеры 27 на 21 сантиметр, высота 8 сантиметров. Продаются в двух вариантах расцветок. Это белый и коричневый. Посмотрите, какие интересные милые корзинки пластиковые за 59 рублей. Комбинация белого цвета с темно-серым, таким асфальтовым. Размеры 22 на 16 сантиметров, высота 11 сантиметров. Вполне неплохие и главное, что бюджетные. Интересные декоративные штучки. Это стеклянные стаканы, в которых насыпаны камушки и вставлены туда искусственные цветы, суккуленты. А цена 199 рублей. Выглядит интересно, красиво. Идея мне очень сильно понравилась, но вот все-таки они тяжеловаты. И есть второй вариант вот таких, так скажем, флорариумов. Почему-то у меня такая идея. Попало в голову. А вот с такими интересными суккулентами, да, выглядит красиво. Друзья, посмотрите, повторный завоз вот этих ваз, кувшинов с артишоками. Помните, в прошлом году была популярна эта коллекция, и вот снова они появились в продаже. И не только с артишоками, а еще появились вазочки с интересным цветным оформлением. Это цветочки вот такие, кажется, они называются космеи, если я ничего не путаю. Выглядит мило. Ну и еще привезли вазы в виде сумочек. Тоже интересно. Кстати, видела в обзорах у других блогеров, ну и даже не в обзорах, а просто видела, что у других блогеров мелькали на фоне такие вазочки. Мне кажется, да, тоже стильно, красиво. Классно, что нету никакого декора. Тут сам декор выступает именно задумка, вот эта идея сделать вазу в виде сумочки. Еще одна интересная новинка – это зеркало. Маленькое зеркало в оригинальной форме. И написано, что оно называется «Дали». Если я ничего не путаю, кажется, в прошлом году была коллекция именно «Дали». Помните, там еще вот такие свисающие, сползающие часы были, еще что-то в таком оформлении было. Но вот зеркала доехали до нас только что. Кстати, друзья, вот сейчас у меня Соня стоит с чехлом для костюмов. Эти чехлы, сумки мы покупали в фикс-прайсе. Кстати, присмотритесь, очень мне понравилось. На выступление берем постоянно, очень удобно. В перевозке хорошо складываются, компактно, и при этом костюмы не мнутся.
Свеча интересной формы, как будто она завязанная в узелок. Свеча, естественно, парафиновая. В фикс-прайсе всегда все свечи с добавлением парафина. Я знаю, что многие не любят. И представлены тоже в нескольких вариантах расцветок. Посмотрите, какой интересный оригинальный подсвечник. Это коллекция Рим. Подсвечник для обычной маленькой свечи, таблетки. Тоже идея классная. Если подобрать вот по стилю, будет вносить какую-то изюминку в интерьер. Ну и классно, что свечи сами можно менять. Они, конечно, вот тут приклеены, но хорошо отрываются. А тут застала Соню за выбором переводных наклеек. Это наклейки, татушки. Классные, кстати, да, мы купили один наборчик и держатся достаточно долго. Приклеиваются при помощи воды. Если дети любят, если хотите чем-то порадовать, то берите смело. По крайней мере, дочке и ее подружкам такие татушки нравятся. В отделе с товарами для праздника заметила новые наборы свечей. И это маленькие тоненькие свечки, которые как будто завязаны в узелок. Смотрится интересно. А, ну тебе ж не скоро еще. Не надо, не вытаскивай пока. Металлические вешалки, размер 41 сантиметр. Вешалки, несмотря на свою толщину, достаточно легкие, стоят 79 рублей и продаются в золотистом, красном цвете, в серебре, а также в черном. И еще в новом оформлении появились кремы для рук, стоят 79 рублей. Универсальный крем с растительными экстрактами. Подожди. Вдруг я что задержусь? Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.